Понимаете, вот вам лестница, да? Представьте, что ваш организм вот такая лестница. Да? На первой ступеньке там находится ваш копчик, да? И на нем отложены какие-то определенные вещи. Я не имею в виду именно связанные с позвонками, а я имею в виду связанные с теми органами, которые находятся вот на данной ступени. Вот представьте, что есть ступень. Эта ступень называется определенное энергетическое пространство первой чакры. В этом пространстве, это пространство снабжает, скажем так, определенные органы. Да? Это понятно. Если у вас есть в этом пространстве, да, накоплен определенный негативный, скажем так, эмоциональный стакан, как правило, эмоциональный, какие-то ситуации, то что происходит? Просто энергия не попадает в эти органы. А последней инстанцией является уже спина. Вот она, видите, центральной линией проходит. Это энергетический поток, который идет сверху и идет из земли. Все это взаимосвязано. Затем мы поднимаемся на вторую ступень. И картина та же самая. Да? Затем мы поднимаемся на третью ступень. Да? Кто догадался, это у нас солнечное сплетение чакра Манипура. Затем мы поднимаемся на четвертую ступень. Да? И красной линией здесь проходит позвоночник. Ну, давайте так нарисуем. Раз у меня так пришло, понимаете, так я и рисую. Я уже не знаю, как вам еще это объяснить. Ну, примерно вот так, да? Поэтому чему удивляться? Почему, если у вас в районе крестца болит, да, в районе поясницы болит, а когда-то были проблемы, допустим, с маткой, да? Удивляться совершенно нечему, потому что наш организм представляет вот такую вот лестницу. Вот такая у нас медитация. Кто понял, может уже ее сделать. Кто не понял, приходите, мы с вами эту медитацию «Лестница организма» проделаем, но вместе в онлайн-зуме. Поскольку мы про ступени говорили, да, давайте с вами посмотрим, что же у нас лежит на ступенях. Даже не что лежит, а сколько лежит. Вот я сяду, чтобы было достаточно приятно. Итак, давайте с вами закроем глаза. Сделаем глубокий вдох. Сделаем глубокий выдох. Перенесемся своим сознанием сюда, если вы еще не перенеслись. Сделаем еще раз глубокий вдох. Сделаем глубокий выдох. С выдохом перенеситесь в свою комнату организма своего.
Представьте позвоночник, полностью весь позвоночник, как некие ступени. Сейчас ничего не делаем, просто смотрим и отмечаем, на какой ступени лежит больше, на какой ступени меньше. Возможно, вам открываются какие-то картинки из ваших ситуаций. Не идем в картинки, не идем в ситуации внутри. Мы просто смотрим снаружи именно состояние этой лестницы. Отмечайте такие, пожалуйста, вещи. Лежит, что лежит, как это выглядит. Сейчас я прошу проявиться только негативные энергии. Если ступеньки чистые, все хорошо, ничего не делаем. Главное, чтобы вы не создали иллюзию. Отмечаем, на какой стороне больше лежит. На правой или на левой этих ступеней. Просто видим эту картину. Своего организма с точки зрения лестницы позвоночника. Отлично. Сделаем сейчас глубокий вдох. И с выдохом приходим сюда, в это пространство. Делаем еще раз глубокий вдох. И переходим в свою физическую жизнь сегодня и сейчас. Вот смотрите, я вам ничего не говорила, что у кого где лежит. Вы сами посмотрели, как это выглядит. Напишите, пожалуйста, удалось вам увидеть лестницу? На какой части лестницы лежит больше? На каких ступенях лестницы лежит больше? С вами была Ольга Бюме, Центр энергии жизни. Жду вас